В Нягани на одну спортивную площадку стало больше. На месте пустыря обустроили футбольное поле. Проект удалось реализовать благодаря региональному конкурсу «Инициативное бюджетирование». Размер коврового покрытия – поле 52 на 26 метров. За футбольными воротами для безопасности болельщиков установлена улавливающая сетка. Здесь впервые в Нягани уличные футбольные баталии можно будет наблюдать с трибуны в распоряжении 50 посадочных мест. Этот спортивный объект – предложение горожан, которые поддержали на местном и региональном уровнях. Программа инициативного бюджетирования позволила привлечь более 10 миллионов рублей. Осенью эта спортивная зона будет расширена. Здесь установят комплекс уличных тренажеров. Все для того, чтобы как можно больше горожан занимались спортом. В шаговой доступности от многофункциональной площадки проживают 10 тысяч человек. Собрать инициативную группу, подготовить правильно документы, заявиться, взять на себя ответственность. Это сделали жители вот этих домов. Я уж думаю, что точно их дети им скажут: молодцы, папы, мамы, дедушки, бабушки, и вы будете по-настоящему примером для других таких дворов, где еще таких площадок нет. Я уверен, что их будет больше, потому что вместе с горожанами мы действительно можем сделать больше.